Новая карта, ребят! Так. Надо их сделать потише. Еее! Почему они так орут? Еее! Топчик, ребят! Let's go! Let's go! Тут что-то будет, тут какая-то драка. Блин, круто, ребят! Но? Так, новая карта Калахари, ребят, я обещал вам. И сейчас совместный видос AS Mobile, GPTV и ADS. Вау, ребята, она также закрыта, она не полностью... Она не полностью открыта, ребят. Let's go, bro! Короче, куда-то летим, я не знаю куда, это новая карта, я хрен знает, что тут происходит. Она реально так же закрыта, как старое чистилище, то есть будет по частям открываться, ребят, по обновлениям. Это топ. Вот это топчик. Блин, новая карта. Калахари. Прикольно. Так. 5 живых всего лишь. No kill. No kill, please. Окей? Guys. Короче, что-то происходит непонятное. Новая карта. Новая карта, ребят. Пытаюсь хоть что-то собрать, чтобы не сдохнуть, как нубло. Так, тут что-нибудь есть новое? Блин, стилистика прикольная такая, новая. No! No, 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 no kill. No kill, please. No kill, please. No, no, no. Так, надеюсь, что убивать не будут там. Потому что нужно посмотреть карту. Очень хочу посмотреть карту. Вот так вот выглядит новая карта. Новая карта Калахари. У меня стырили тачку. АДС стырил тачку. Блин, звуки такие тихие. А, надо погромче сделать. Так, сделаем погромче. И сделаем вот так вот, пока бежим. Звуки чуть-чуть. И поменьше звук. Вот так вот. Вот так, я думаю, нормально будет, да? Не, давайте чуть потише. До 11. Вот она, в общем, новая карта. С эффектами, такая пустынка. Блин, ну выглядит такая прикольно, прикольно, мне нравится. Сошечки, окей. Нового оружия пока что не завезли, по-моему. Ну я обещал новую карту показать. Вот она вам, новая карта, ребят. Вот она, новая карта. Смог все-таки загрузиться, слава богу. Не знаю, каким-то чудом. Сейчас сходим. А название есть? Названий нет. Пока еще названий нет. Сходим на корабль, ребят. Блин, ну выглядит прям сочненько. Сочно выглядит, ребят. Сочно, сочно. Вот это сочно. Какие-то еще дополнительные развалины. Идем на корабль. Сейчас посмотрим корабль. Потом идем дальше куда-то. Так, корабль. Вот он сам корабль. Корабль, ребят. Корабль. Ну тут лута... Ну, блин, нормально, в принципе. Что мне машет АДС? Не, ничего, ничего. О, тут можно побухать. Прикольно, прикольно. Не, выглядит вообще круто. Я настолько радостный, ребят. Заботим кучу лайков за это. Реально, просто я в шоке. Я настолько в шоке сейчас, что просто пипец. Короче, ребят, вот она, новая карта. О, звуки перебитоваться можно со звуком теперь. Оно не восстанавливает теперь фул. Оно потихоньку восстанавливает теперь, ребят. Так, поехали дальше сейчас. Сейчас поездим еще по карте чуть-чуть. Посмотрим оставшиеся места.
Нет. О, старое управление есть. Фух, я думал, у меня управления сейчас не будет. Это будет грустно. Я такой аж загрустил чуть-чуть. Так, канатные дороги тоже тут есть. Надо еще посмотреть места какие-нибудь дополнительные, чтобы понимать, типа, что это такое вообще. Карта, ну, реально такая... будет большая, а сейчас это как Чизпик будет. Вот раньше где-то, когда чистилище запускали, также запускали чистилище, потому что его запускали по чуть-чуть, ребят. По чуть-чуть. Сначала был Чизпик. Это можно сбить, интересно? Нет, это нельзя сбить. Я вдруг, думал, может разрушить можно, но, ребят, это швифайр. Блин, ну карта прям сочная, просто я очень рад, мне нравится. Просто вы бы только знали какие-нибудь сейчас эмоции. Я хочу сейчас на лодку съездить. Дополнительно. И потом уже можно остальное посмотреть. Нужно быстрее на лодку успеть, ребят. На лодку нужно быстрее успеть. Так, пожалуйста, тут можно проехать? Да, тут можно проехать. А, все, зона появилась. Через минуту можно будет сужаться. Едем на лодку, ребят. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, ну качество картинки вообще сочность стало. Вот просто сочность. Так. Тут дополнительно еще. Так, повыше. Блин, ну это красиво. Это прям красиво, ребят. Еще выше взобрались. Тут можно залезть? А, нет, нельзя. Я уже думал, что тут можно залезть. Блин, а, наверное, можно все-таки залезть как-то. Да, можно залезть. Сейчас мы скриншотик сделаем дополнительный, наверное. Вот так вот встанем. И скриншотик. Ой, как топово. Просто топово. Это просто офигенно, ребят. Я очень сильно рад. Так, тут можно спуститься. Давайте по фасту спустимся, посмотрим, что у нас внутри лодки. Блин, такое, мне кажется, лодка будет это одно из таких больших мест, на которые будут многие прыгать. Хотя не факт, но я думаю, так и будет. Не, выглядит прикольно. Так, тут еще должны быть места. Надо украсть тачку, или это моя тачка? Скорее всего, это моя тачка. Я не могу сесть. Я не могу сесть, ребят. О, я сел. Ну это из-за пинка. Тут пинг ужасный, ребят. Мы играем на индонезийской бетке. Жесть, просто жесть. Новая карта Калахари, ребят. Калахари, новая карта. Короче, я накатался. Посмотрим остальное. Надо им сказать, чтобы они подошли ко мне. Let's go to me, guys. Let's go! Надо, чтобы они подошли ко мне, мы сделали совместный скрин. Ой, что это? Я нашел баг. Вот он как раз-таки первый баг. Вы увидели? Ну ладно, бывает. Но эта карта еще сырая, ребят. Карта еще сырая, но выглядит очень классно. Что? Нашего чувака положили. No! Так, я его прогнал. Походу мы уже не снимем. Совместный. Не сделаем совместный скрин. Потому что нашего чувака положили. Блин, это обидно. Нужно как истинный чувак заражить его. Нет бы оставить живых. А что с оттяжками? Где он? Надо убежать от него. Я хочу еще карту показать. Давай, бро. Я ж знаю, что ты там. Ты тупой? Там Ace Mobile у нас умер. К сожалению. Ну ладно, тогда заканчиваем. Ребят, надо
Поставьте кучу лайков, показал вам максимально, что мог. Ух, что-то мне больно выстрелили как-то. Бро, не убивай его. Блин, то, что восстанавливается очень медленно, это просто пипец. А, я убил его. Это этер какой-то. Ace Mobile топ! Блин, чувак вообще топовый. В общем, ребят, это топово. Просто топово. Новая карта. Калахари. Ace Mobile, GPTV, ADS YouTube и Zapka Channel. В общем... Ребят, Калахари, вот она, новая карта, показал вам ее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на их канал. Надеюсь, я их ставлю в описании ролика. С вами был я, Жабка, ребят. Это было топово. Это было вообще максимально топово.